Вот, проснулись мы чудесным солнечным утречком. Солнышко, жара уже. Оказывается, шлюзы сегодня тоже здесь, с 9 до 7, потому что праздник. Мы думали с 10 до 4. Ой, какой водопадик там еще. Даже не видела. Так что сегодня, может быть, мы даже пройдем все шлюзы. Ну, может быть. Сейчас вот у нас три подряд. 16-17. Внизу тут же 15. И в путь-дорогу. Красота. Где капитаны? Там здесь. Одна капитанша где-то там внизу. Не видно. Солнце отсвечивает. А другой капитанчик маленький. А, он здесь готов, 1000 дней. А там уже 1000 долларов, 1000 канадцев. Спустились мы в один шлюз, вот. Вон сейчас будем заезжать в другой тут же. Семнадцатый сделали. Едем в 16-й. Все, пошла отвязываться. Вот наш 16-й шлюз. Уже вон на сколько спустились. Вот. Сюда едем. Быстро водичка спускается. Во, уже у нас такой радуга там. Где Леня с Верой? Там радуга. Вот и 16-й шлюз нас выпускает. Пока-пока. А? Нет, 15-й, все проезжаете, 15-й тут же. Вон по тому канальчику. Поедем сейчас. Все, пошла от порта. Зовут. Давай чашу отпробуем. Вот, едем к 15-му. Кэптен. Боцман. Вот, где мы были. Что поднимается всех? Я думаю... Да, и мне кажется, они туда приехали первые, наверное. Они начали работу, поэтому они их запустили и все. Вон они поехали, видишь? Те же рабочие на красной машине едут открывать там следующий шлюз. Вон он. Не торопись. Да-да, тут же, да, вот он. Ох, сегодня, думаю, мы сгорим. 10 утра. А так уже щипит. Вот они уже доехали там. А нам еще чуть-чуть. Сейчас мы спустимся на самую большую высоту в мире. Ну, почти спустились. Нет, Вань. Он закрыт, Вань. Закрыт. Вот и 15-й шлюз почти сделали. Следующий тоже очень близко будет. Едет
А, следующие 4, да? Потом близко. 4. Ну, 4 километра до следующего шлюза. Ну, быстро все равно. Вчера мы 60 делали от одного до другого. Пока-пока шлюз 15. Мы тебя тоже прошли. Thank you, girls. Все, девочки вдвоем работают на трех шлюзах. А? Шорты несу, все. Капитан требует шорты. Побежала. Плывем мы к 14-му шлюзу. Я не... Да, по-моему, открыт, Вань. У людей сирень цветет. Красота. У нас интересно, что дома там. Да, шлюз вроде бы открыт. Нас ждут. Сейчас посмотрим, фендеры пущен. Все нормально. Все наготове. Грибны. Да, открыто, открыто, ага. Открыт, по-моему, да. Ну все. Заходим. Вот мы в 14-м. Жарко, потому что душно там тебе. Водопадики. Next lock is 1.5 mile. All right. And Rebecca will follow you down there, and they'll be ready for you. All right, perfect. Thank you. Thank you. Have a good day, guys. You too. You think we'll be able to make the whole train today? I don't think so. I don't want to say you won't, but I don't know. I guess it just. Он что здесь творится? Шлюзы ракушат. Не плюются. Из них льется. Ване нравится, как они писаются. Я их съел целую тарелку. Да, я их люблю кушать. Плюм-плюм. Мы уже почти доехали до низу. Вот мы его прошли. Выплываем, выплываем. Сейчас нам еще 4 километра до следующего. Thank you. Сейчас, секундочку. Все, пока-пока. Черт. Приезжаем к следующему. Вообще не один на одном. Как и там говорит, открыт. Да, шлюз открыт. Нас ждут. Наш 13-й. Ветерок. Жесткая парковка. Да, капитан? Вот еще один. Следующий. Еще и там мост для машин.
будем ждать, когда мост откроют. Ладно, будем пришвартовываться к стене пока. Заплываем мы в 11-12. Сейчас будет 12, потом тут же 11 шлюз. Ждет нас дядечка. Hi! Thanks. Вот так вот. 11-12. Ой, сейчас за нами мостик закрылся. Ой-ой-ой. Мостик для машин закрывается. Толян готов. Высоко здесь, да. Очень высоко. Ну все, пошла дядечке веревку давать. Все, выезжаем из 12-го 11-го лока. Еще будет три шлюза подряд. Ну, очень близко между друг дружками. Ну, пока-пока всем. Плывем дальше. Приближаемся к 10-му. Солнце ужас парит. Знак. Волны делать нельзя. 10 км/ч. Там сидит, нарисовывает. Морячка куда-то пропала. Мируня у вас, нет? Нет. Пойду смотреть. Очень мелко. Людей, дачки. Болото, маленький-маленький канальчик. Протискиваемся между буйков. Вот мы приближаемся. Осталось ровно 10. Капитан готов? Шлюз открыт. Нас ждут.
Ох! Очень сильный ветер, да? А? Все. Опустили нас на 24 фита. Выплываем. Плывем к 9-му. Он тоже будет близко. Рыбаков. Рыбаков. Открывают для нас следующий шлюз. Крутят, вертят. Девятый. Все, идем на парковку. Вот мы на 8-м уже. Они работают, сейчас лопаты как работают, там и сидят. Никого нету, да, одну лодочку пропустили. Парк, никого нет, сейчас вообще лопаты. А, через месяц. Сезон начнется, я не могу ездить. Все. После этого шлюза мы выходим опять в открытое озеро на 18 километров и вперед с ветерком. Мы уже устали шлюзы проходить. Ну, а мой нос кто-нибудь смотрит? Вот мы уже и на 7-м. Небольшой перепадик здесь будет по сравнению со всем, что мы сделали. Все ручное, поэтому долго все так резко позеленело. Вау! Все, смотри, лес зеленый-зеленый. Такое лето за 2 дня наступило, какие листья на деревьях. Только снег был на прошлой неделе. Так, лето наступило, да, то здесь? Вообще красота. Мыся, батька у них охраняет. Да, здесь гоняет он. Кровь стыла. Вот мы и на 6-м уже. Тянем, тянем, тянем. Тянем, вытянуть не можем. Ветрило лодку мотает. Не надо подтягивать. Не могу. А что, пусть стоит, что-то не залезешь? А-а-а. Ну, тяну. Нате. Чтобы не билось, ее все равно сейчас будет мотать потом. Вот мы где. Городок Франкфурт. Люди отдыхают на лодке. А мы гоним, гоним куда-то. Вот так вот. Плывем дальше, к 5-му. Может быть, он даже и вон там. Они сейчас должны быть очень рядышком друг на дружке. Всех огромные на воде с причальчиками. Плываем уже, походу. Вылета 2 минутки. Закрыт? Нет, не знаю. Я не вижу, Вань, еще. Ну, вроде бы закрыт. А крутят они, Вань, крутят.
А от Lock 5. Пятый шлюз. Блин, крутят. Так. Вот мы и на четвертом. Все близко. Сказали, что это последний ручной. Остальные опять будут гидравлические, значит, быстро будут двери открываться. Может быть, мы сегодня и пройдем все шлюзы. Вот мы спустились с третьего лока. Да, он более электрический. Кроется быстрее. Наши там на стенах рисуют. Делать нечего. Ой, я застреваю. Вжих, отталкиваемся. Чего-то там рисуют. Чё написали-то? А, меня написали. А, круги-шуги получается. О! Развлекались. Прикольные. Верли он. Ну все, походу спустились. Сейчас будет открываться. Ну, вот мы и во втором шлюзе. Рабочие ходят. Вот такой ветер, мы еле зашли. Второй. Обезьянки. Обезьянка, обезьянка. Что-то глаз опух, то ли цапнул кто-то, то ли что. Высота, все цветет, красота. Вот так вот. О, еще один. Да. Нет, на травку осталось еще один шлюз. Потом травка. А люди стоят в пробках. Походу уже все. Первый шлюз. Наш последний на Trend 7. Еще у нас где-то сороковник на Ридо канале. Еще столько же, в общем-то. Ох, ветерок. Ой-ой. Устал, да, капитан. Чуть не вписались мы в стену. Вот нас последний на Trend 7. Шлюз. Ау! Нельзя, доченька, нельзя здесь ходить. Здесь вон красиво, как скворечники. Столики. На полпути дома.
человек. Не успели мы до Марины доехать, до порта. Закрылось. Встали мы на какой-то публичный док, как по-русски-то. Пирс. Да. Теряю язык. Детям ездить побегать. Парк. Какой-то беседки. Но все равно это специальные такие пирсы. Есть и вода, и электричество. Подключаемся. Кстати, нам будет, надо будет завтра плыть долго. Открытое пространство. Сейчас не решились. И городок такой Трентон. Ой, спать охота. Куча всего, всяких магазинчиков, домиков. Так что. Тут рядом еще одна огромная лодка стоит. Какой-то непонятный парад пожарников. Все сигналят, едут. Не знаю, что это не за праздник такой. Вот так. Попали на парад. А может, тоже еще до сих пор в честь королевы что-то тут пиликают. Сегодня последний праздничный день. Куда-то едут. А мы все гуляем. Да, Верунька? Где брат? Не знаю. Не знаю, хорошо очень. Вон брат бежит. Ну, еще косточки. Косточки? Да, птичка. Я нашел тоже не сломанную. Да? Кошечки. А где вы их складываете? Здесь-то, что ли? Нет, да, птичка, где птичка. А вот сюда вот сколько костей-то насобирали. И сколько? Кто знает. Это я сама нашла. Вот эту. Это птичка. Это муравьи уже ест. Там муравьи есть? В печеньку. Опай. Смотри. А, белочка. Белочка. Тихо, не пугай ее. Мы пошли гулять, пока мальчики разбираются с электричеством и с водой. Что-то не можем подключить. Не пугай ее, Ленька. О, все ускакало на дерево. Нашли тут какую-то старую пушку. Champlain's War Party 1615 года. Пушка, да, пушка, воу-воу-воу. Раньше вот такими пушками отвоевали. Куда? Стояли. Угу. Здесь что ли воевали? На озере, вот на этом Лейк Онтарио, да, вот завтра. Озеро Онтарио называется, по которому мы завтра будем плыть. Здесь раньше была война, стреляли. Книга правая какая-то. Что-то рассказывал про эти... Про пушки? Война была с пушками. Мама, я не помню, что я рассказывала. Десятина, мам. Да, паутины много. Пошли дальше посмотрим. Как воевали на планете одной. Ну да, воевали, может быть, что-то рассказывала. Пошли, Лянчик. Белка опять, белка. Вот сколько черных белок. Верочка, не подходи к ней. Что, Ленечка, тебе тоже нравится пушечка такая? Боится Вера белок. Пошли дальше. Мы решили мы сегодня обед не готовить сами. Пошли в пирс. Да? Да. Да. Ты ждешь? Будем вот это делать. Пицца готовят там, да? Я не знаю. Почему?
Ты же за карманов еду на это. Тебе за гамбу чудо не могу сесть никуда. Что ты нашла там? Снег сгорела. Че ты там? Здесь. Ну ладно. Возьми, все у меня.